Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Так. О! Я собрал все трусы. Боже мой. Я собрал все трусы. Это же... О, боже. Oh my fucking god. Это даже звучит странно. Я уж молчу про то, как это выглядит. Так, нам нужно к Стэну. У него какие-то проблемы с сестрой. Я думаю, нам надо решить проблемы Стэна. Думаю, никто же не против, если я их решу, правильно? А потом пойдем разбираться с Элгором, что он мне там пишет все время. Он же задолбал. По-моему, здесь Стэн живет. Понятно, я без понятия, кто здесь живет. Видимо, Стэн. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Обязательно. Так. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the she-ogre. Пещера великанша. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Your days are numbered, she-ogre. Ну давайте ее чем-нибудь ударим. О, снимает. Рок раздражение снимает положительный фильм. Ковать забыв своих. Семь тысяч хп. Это называется, да вы охренели. Так. You mind if I update my status while we're waiting here? Это все? Вот нет, тут. А, это все, что у тебя есть? Давай метку смерти. Go get him, boy. Так. Урона. Жестокая женщина. Помоги нам. Я молчу. Это был какаш. Get out of my room, turd! Надеюсь, он вам понравился. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Так. Мы заработали сколько-то там очков. В принципе, все окей. Так, куда нам дальше? Надо посмотреть на карту. Карта. Так, уничтожьте плакат, размещенный в детской парке. Пошли уничтожим. Ты увидел мега охрененно крутой прием. Да, записи стримов либо у меня на Ютубе, либо конкретно по Южному парку будет ВКонтакте в группе. Бьем всех. Так. Я думаю, нам хватит. Черт, женский туалет заперт, какая жалость.
Нам предложили Дизи поиграть в прятки. То есть они где-то прячутся, а мы их щи. Это как-то странно. Так. О, Айк. Да вообще. Айк мужик. Красавец просто. Так. Не, серьезно, блин, а где дети? Играй, главное, говорят с нами в прятки. О! То есть они чисто в случайных местах будут или в каком-то конкретном все? Ладно, неважно. Кстати, вот здесь я, по-моему, не был даже. Твою ж мать! Мистер Гей. Так, хорошо. Интересно, у него здесь есть что-нибудь интересное? Вот. Кроме его комнаты, увешанной не пойми чем. Я посмотрел бы, Доги, что бы ты сказал, если бы это была собака. Hey kid, can you help me? There was a mix-up at the post office, and they accidentally gave me a package for Miss Cartman. Any chance you can go to the post office and pick up mine while I drop this one by her house? Без проблем, передадим. Там, кстати, кажется, какое-то шоу шло. Окей, возвращаемся обратно. У него даже гараж глючный. Такой же, как и он со слом. Так, ну сюда нам определенно не надо. Насколько я знаю, Элкинсу уже человек 5, по-моему, предложила Saints Row. Прятаться ни хрена не весело. Точнее, на самом деле, прятаться-то может и весело, вот искать. Искать ни хрена не весело. Ну вот просто ни хренашеньки. Ни хренашеньки, ни хреняшеньки. Ладно. Ха-ха-ха, мы пройдем на этот фильм. Мы посмотрим этот фильм. I'm watching Denver. Adam Sandler shits in your eyes, ears, and mouth. It's Adam Sandler in Rated R for Pirates. F*** you. Почему нам не показывают? Rob Schneider is a somewhat popular comedic actor who seemed to have it all. Until one day, I am Damien, the Antichrist, the son of Satan, and I have never witnessed a thing as hideous and vile as the one you mortals call Rob Schneider. He's sharing his body with an 8-year-old boy, and he's about to find out. Так. Being 8 ain't so great. Rob Schneider is Kenny, rated PG-13. Ладно. Coming this summer. Greatest Canadian duo of all time is back. Ну ща мы к Илгору зайдем. Так. Собственно, Илгор там пишет всякую полнейшую
полнейшую хренотень. Жми нравится, если ты младший элгрянец. За последние полтора года атаки Чел-Медведа-Свина участились 2 раза. Ты обязан помочь мне распространить информацию. Чел-Медведа-Свин — это самая большая угроза обществу на сегодняшний день. Расскажи об этом всем, опубликуй это сообщение. Мой лучший завтрак за всю жизнь. Я вот отошел в сортир, но сейчас уже возвращаюсь обратно. Ну так что, у меня тут огромная тематическая ЧМС-вечеринка. Куда? Куча офигенных людей. Что делаешь сейчас? И так далее. Ну, ага, это ужас. Это ужас воплоти. Я пойду разберусь с ним. Он меня достал. Хватит писать мне. Ты снова, Джуниор Алгориан. Но почему ты не лайкал ни моих фейсбук-месседжей? Если... Конечно. Ты не нормальный человек, парень. Это ты, Мэн-Бэр-Пиг. Я тебя теперь. Давай бороться до смерти. Ты без проблем. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. You hit like my grandpa. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Могу. Так. Ow. Понял. Тебя будет тошнить вечно. Так, запускать смертоносный диск. Да. Чёрт! Excelsior! Что? Protect the former sort of vice president. Какого... Так, вот это вот 1000 с лишним. Давайте его бить. Так. Сменим-ка героя. Офигенно, чувак пришел, его почти убили. Офигенно! Так. Отлично. Я забил. Так, ну а на самом деле надо... Так, а какого... Какого фига у меня... Ага. Это, конечно, все круто, но... Все, ага, вернулся. Джимми усыпляет врагов, поэтому они будут пропускать ход до тех пор, пока сами не проснутся или их не разбудит ударом. Офигенно! Здесь еще и Guitar Hero сделали. Не убивает мой мозг. Эта игра убивает мой мозг. Они приплели сюда Guitar Hero. Ну вот тут, а, как это можно сделать вообще? А, это ужас. Какого фига по одному урону? О, это круто. Джимми исполняет песню, которая расслабляет врагов и проклеивает союзников. Check this out. There once was a maiden from Stone. Is this thing on? Но то, что в целом была посвящена целая серия, это я припоминаю. Ну, блин, ну я не ожидал, что она будет здесь. В общем, я в любом случае думаю, что у нас небольшие проблемы возникли сейчас. Так. Нет, стоп. Я думаю, надо их поджечь сначала. Ой, чатик оживился.
Какая шторм можно сделать только один раз, к сожалению. Мне самому жалко, что я не знаю. Так, вы просили, кажется, Кенни вызвать. Чтобы посмотреть, появилось ли у него заклинание номер 4 какое-нибудь там. Ау! Чёрт! Они убили Кенни! Сволочи! Ребята, они Кенни убили! Какого хрена? Вызвать Кенни было плохой идеей. Да, запись будет, говорю, у меня на канале, либо в официальной группе ВКонтакте. Ну, соответственно, ВКонтакте, потому что... Ах ты ж, сука! Ребят, похоже, мне конец. Честно. Но вряд ли я успею его... убить. Так, знаете, я вот не знаю даже, блин, мне против него вообще идти, не идти, вы как считаете? Просто он меня очень больно убивает. Так, я, кстати, немножко поудобнее присяду, я думаю, что никто не будет против. О, боже мой. Так. Вот вам Баттерс. Хотя, все-таки, давайте, раз все равно умирать, попробуем. Попробуем, наверное, вызвать сразу Кенни. You're back, Junior Algorian. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. You cannot escape the scientific certainty of global climate change. Yeah! Так. Новые способности Кенни. Новые способности Кенни. Какие же у Кенни новые способности? Мне просто интересно. Ow. Gorgasm. Что сейчас было? Что это, ваша ж мать, было? Какого хрена? I'm low on enchilada rations, but I think I can hold out. Ну ладно, зато мы увидели новую способность Кенни. Ау. Если он меня сейчас долбанет, он меня убьет. И я тоже. Не, мне рановато с ним сражаться, у меня сил нету, чтобы его победить. Пусть засирает меня дальше. Я слабак. Ладно, пойдем выполнять основные квесты тогда. Нам еще, например, надо до сих пор найти, кажется, мобильник. Заберите посылку мистера Мазохиста в почтовый. Что-то там. Давайте пойдем и заберем, что уж делать-то. Пост-офис, вот, пожалуйста, посылка где-то здесь должна быть. Надеюсь, что это будет интересный квест, а не просто прийти и забери.
Нет, я не буду драться. I'd love to chat, but you're unpopular. Я еще и к нему вернусь. Я верю в это. Ключ от пресс-центра. Угадайте, что пришло мистер Мазохист в подарок. Так. К следующему квесту. Ну да, ну да. Печеньки. Ага. Так, где-нибудь там еще плакат есть? О. Уничтожьте плакат, размещенный у Старку. Окей. Две Рафаэльки. Ну, тоже может быть. Тоже все может быть. Так, уничтожить здесь. Ну, все, вернуться можно, отлично. Так, все-таки я никак не могу найти, где же здесь его iPad. Черт. Где, как говорится, этот идиот? Я нашел его! Так, ну по идее мы можем спокойно прийти сейчас к Готэм. Только не помню, куда там возвращать этот iPad. Ну, сейчас еще разберу. А, все, вспомнил. К Споку, если я правильно помню. К Споку возвращать этот iPad, и мы идем к Готэм. Общаемся с ними. На, хорошо одену сейчас. Как-нибудь вот. Может вот так? Деда вампира. Тут у меня и так очки. Грим-череп. Бородка у меня и так вполне. Перчатки Гота. Костюм Гота. Шапка Гота. Я выгляжу ужасно. Но они сами просили. Oh, joy. It's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Да вы издеваетесь. Ну, у Готов хотя бы музон прикольный вроде. И то хорошо. Так, ладно. Карта нам куда? Альянс с Готами. Найти новых союзников. И что? Ага, в родительский комитет. Ну, тут рядышком. Butter's got a horrible snuggie over there. Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out. Ну что ж. Я надеюсь, что там будет интересно. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name?
Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Yeah. Let's go! Come on! Да, во время заставок я так и буду молчать. Так. Fuck the conformists. Why are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще интересного есть и куда мне нам надо приклеить эту гребаную хрень. I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. Ага, мы контролируем свой пардеж. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away for me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Угу. Разорванные запасы. Так, давайте приклеим. Прикрепим. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Нас научит чему-то новому? Интересно, а в женский туалет или мужской? Наверное, в мужской. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. А, черт, я не заметил, что там сверху надо нажимать. Ну, вроде все правильно нажал. Вниз, правая и дальше что? Ну! Он что, издевается надо мной? You missed by a mile. Try again. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Ну так показывается только вниз. Нет, вот вниз и вверх одновременно он промазал. You missed by a mile. Try again. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Меня это начинает уж бесить. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kia. Либо баг в игре, либо я что-то не понимаю. Надо два раза нажать правый. Твою ж мать-то, а? You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Так, сейчас сделаю, короче. Hi-cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? Оказывается, надо было зажать. Control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Да ты охренел! I distracted you. The
Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. No, you're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Да я понял. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Leaky, it needs more surface tension. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Я убью его! Я убью тебя, сволочь! Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Leaky, it needs more surface tension. Ты издеваешься надо мной? Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Ну это да, видимо. Круто. No, you're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Pay special attention to the... Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Leaky, it needs more surface tension. Look, let me show you again. Я пропустил тебя! Сволочь! Я нажал пропустить, какого фига? Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Вниз! Левым направлять! Провал. No, you're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Я пытаюсь завязать с ним, но проблема в том, что пока я не выполню задание. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Я, честно, вообще не понимаю, как здесь хоть что-нибудь сделать. Ну, вниз. Если бы там было нормальное обучение... Но его здесь нет. Так, хорошо, загрузить игру. Да, наверное, сейчас уже завяжу, в принципе. Ладно, пройдем дальше. Я разберусь с этим моментом, я не знаю пока как, но я сделаю что-нибудь. Потом с этим всем разберусь. Вот. В любом случае, сейчас... По идее, на Ютубе будет еще один стримчик от меня. Кто следит за моим каналом, тот знает, о чем я, собственно, говорю. А, кстати, мы можем... Не поверьте, но... И вправду, пердануть. Так, ладно. Может, Элкин, слышишь? Может, завтра StarCraft на старик забить здесь делать все? Будет такой марафон, реально. По-моему, сюда нам, да? Насколько я помню, по крайней мере.
Да, кажись нам сюда. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. Офигенно. Это было так нужно. Зато он нам дал какую-то замедляющую ракету, которой довольно неплохой урон. Так. Давно он мне про Good Game говорил. Я думаю, мне до монголов еще дойти как-то надо, наверное. Просто я уже стримлю... Фиг знает сколько времени. Поэтому... Начинаю уставать немножко уже. Мне еще один стримчик делать сейчас. Скоро. Так... Вот, уже 5 часов стримлю. Уже 8. Это хреново. Мне уже надо стримить вторую игру. Ладно, в общем, мы вот здесь вот, в принципе, все закончим. Я думаю, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо большое, ребят. Приходите на следующий стрим, когда он будет. Когда именно, я без понятия. Но надеюсь, что скоро... постараюсь постримить, возможно, даже не знаю, может, сложно сказать, не знаю, возможно, во вторник, если будет такая возможность. В общем, в любом случае, ребят, всем спасибо большое, всем удачи, надеюсь, вам понравилось, пока-пока, подписывайтесь на этот канал на YouTube, если вам понравилось, конечно, ставьте лайки и так далее. Ну, а с вами был, как всегда, Дезертир, всем спасибо, всем пока. И, как говорится, удачи.